Зрелище опять откладывается. В драмтеатре продлили карантин. Театр должен был открыться сегодня, но спектакли отменили еще на неделю, до 16 октября. Как радовались в сентябре актеры, что наконец покажут давно готовую премьеру. Так теперь расстроены. Спектакль снова откладывается. В общей сложности уже на полгода. Отменяются гастроли Русского драматического театра из Улан-Удэ. Они планировались на конец октября. Руководство театра просит, не надо паники. Все купленные билеты действительны на любые спектакли театра до конца 2020 года. По желанию их можно вернуть или обменять. У нас несколько подтвержденных ковидов среди творческого состава. В связи с этим переносится премьера «Мамы». В очередной раз она должна была быть 4 апреля. Переносится на пока неопределенный срок. Мы немножко в взвешенном состоянии, не можем ничего сказать конкретного, когда все это дело случится.